Ну и как вам? Нет, нет. Я бы хотел сходить. У вас есть царь юбилей в 2 века дипломатического. Проходите. И садитесь. Проходите. Проходите. Начиная с сегодняшнего дня по 15 число проходит всероссийская акция «Стань донором, подари жизнь, надежду». Приурочена к Международному дню онкобольных детей. Акция объявлена была Советом муфтии в России, в Москве. Мы ее подхватили с своей стороны и решили активно принять участие в ней, потому что заболевание раком, оно распространяется с каждым днем. Желанием огромным помочь, хоть какую-то каплю свою внести. Учтите. Именно онкобольным детям, именно этой категории детей, которые болеют раком. Записались у нас 30 человек, но в течение дня будут еще подъезжать, потому что это обусловлено с учебой, с работой. Участники в основном студенты, как всегда, активный слой молодежи, ну и работающие тоже. Мы сегодня сдаем кровь, и в субботу у нас есть договоренность посетить детей онкобольных во второй детской больнице города Саратова, прийти туда с подарками, с позитивом, с хорошим настроением, чтобы как-то облегчить этим детям состояние, в котором они пребывают. Эта акция у нас будет продолжаться ежегодно.